вот кто-то должен, ну не этот, конечно, шубой, туда пролезть, и которые целые, их посмотреть. Подоберите, положим сюда. Так, обходите вокруг, это яблони. Которые найдете на ветке, рвите. Или нет, давайте. У меня сумочка. Там это есть, кого не едут. Которые проверяю, Вячеслав, твердые которые. Ага. Подряд. Ему помогай, шапку подавай или еще. Да, вот что-то бы. Что, положить? Нормально все. Давай на шубу сложим бы. Сюда вот, в нее. Потом отдадим. Лучше шапку. Ладно. Не, ну шапку я не дам, потому что я... Не дам, потому что... Собирайте, полу. Они падали прямо целы, они хорошие. Нет, нет, хорошие, почти все хорошие. Вон какой, смотри. Крепкие, хорошие, ну, вкусные. Я, яблоки другие. Вот их можно сразу не мыть, им есть. Бактерии сразу полезные все. Сенная палочка. Проверяй, чтобы не глянь. Я проверил, значит. Чистые. Потом не отравится человек, если есть постоянно земли. Перед тобой. Давай ты еще там посмотри. И вот эти яблочки, они очень чистые, но хорошие. Дичка стала мягкая уже. Ага. Во, Коля. Больше по размеру берите, вот он яблок, смотрите. А это вот набрали маленькие. Я сейчас покажу, какие они по размеру. Но очень вкусные. Ну это мелочь остались, а все были вот такие вот и больше. А это вот яблоня растет. Они уже маленькие, как ударят их морозом, они делаются мягкие и сладкие. А вот это самые крупные яблоки были. Во. Надо посмотреть. Размер. Какие. На. Сумочка сзади. Так. Сейчас я найду из вот это. Вот такие были яблоки. О! Вот это хорошая яблоня. Как из скворечника видно, Игнатий Тихонович там возится. Глазами птицы. А ты что валяешься? Смотри. Кто уронил хорошие яблоки? Это твоя работа. Виталий. Твоя работа. Шумелки или еще где-то выпало. Вот тоже берите. Видите, какие хорошие. Крупноватые довольно. А чей это участок-то? А? Участок от чей? Мой. Понятно. Я его перекупил. Баня вот здесь. И крайняя нужда, когда бывает, вот на крещение, я целые семьи сюда поселяю. Так они рады-то как. Приехали двое маленьких ребятишек, баптистская семья. Крещение принимали. А тут колодец здесь хороший. Пойдем посмотрим. Баня, баня прекрасная. Вот. Пойдем. Был человек с талантом проповеди. Стал безобразничать, ушел в секты и потом неизвестно куда. Занялся греховной жизнью. Вот он, смотри. У него все было, ему мама хорошая, она помогала. Вон, посмотри, там, ну не видать там. Не, ну видно почему, аккуратненько. Посмотри, на ней. Я вижу, вижу. Он потерял все. Я перекупил домик это. Приедешь, допустим, кто такой, пожалуйста. Это в крайнем случае можно продать. Давай. Вот закрывай, вот это я подопри. А вот посмотри. Летние.
как сказать, веранда и все. Мы посмотрим колодец. Вот тут у него все было. Разрушил все. Разрушил греховной жизнью. Вот видишь как. Вот колодец. Это он все сделал. И вот это насажено. Ну мать или кто там. Ну тут ограда из мусора. Видишь какой вал сделанный. Вот смотри. Кто хочет попробовать? Подожди. О, она подожди, черная. Шланг. Шланг. Сейчас обмывает. Она стоячая. Да. И кто хочет попробовать? Дело в том, что она стоячая там. А? Ее же не берут, она стоячая сейчас вода. Надо качать все время, тут вода чистая. Хорошая, да, вот. Колодец глубокий. Ну, непригодная, да? Прогонять. Его перекупали несколько раз дом. И последний хозяин я. Тут крыжовник. Вот это вишня растет. Вот это много было, закрывало. Это бюзина, красота такая. Это углярка. Ну, туалет. Первые хозяева, вот после были хозяева. И вот вынесли золу. И не куда-то высыпали, а прям под туалет. И там загорелся, еще держится. Ну, да, житель внутри этого видно, туалета не сгорел. Дрова заготовленные. И рядом вот какой тополь. Его надо убирать, он может рухнуть. Видишь, какие? Посмотри, вот оттуда зайди. В нем ничего нет. Но самый опасный вот этот тополь. Он достанет здесь, он разобьет вдребезги все. Его надо повалить. Как? Внутрь его выпилить, поставить мощнейший домкрат. Там вот там надо, чтобы затянуть длинный трос и тянул туда, когда ветер идет в эту сторону, чтобы парусность была туда. Его можно свалить. А заранее с той стороны подпилить вот так. Но никто не может сделать. Роман бы сделал. Малыш, есть, который а был. Это надо делать обязательно, да? Потому обязательно. Он уже, у него там огромные сучки, это уже на них грибы растут, дятлы продолбили. Это самое опасное, и никто не знает, что делать. А вот здесь вот, где деревья, вот эти вот сейчас, когда выйдете, они склонились, а вот сюда, сильно, вон они, наклон. Если упадут, то этот кабель по бетонным, железобетонным столбам, он порвет его. Но никто ничего не делает. Надо приподнять, залезть туда. Или как-то сделать. И по одной привязывать и опускать. По частям. Вот какое дело. Видно, что. Ну смотри, она упадет куда. И никак нельзя. Никак. Он обязательно упадет. И обязательно порвет. Так, уходим.